Декстер. Пробы пера. Алекс Тиммонс. Октябрь 2003-го. Глава первая. Когда в детстве я охотился, Гарри запрещал приносить добычу домой. Даже тогда он учил меня избавляться от улик. И хотя Гарри уже нет, я следую его кодексу. Ни трофеев, ни символов. Я убил десятки преступников, но мне нечем похвастаться. Единственное, что остается мне после охоты, — воспоминания, въедающиеся в мой воспаленный мозг, как фотографии, фрагменты моей испачканной кровью жизни. Но сколько бы жизни я ни забрал, желание не умирает. Оно течет по венам, вместе с кровью. И поэтому, видимо, я не могу разделить работу и хобби. Так что я беру работу на дом. Алекс Тиммонс. Моя следующая жертва. Глава вторая. Тиммонс начинал как охотник, так же, как я. Темное желание взяли над ним верх. Чтобы замаскировать их, он стал снайпером. Убивал в открытую. Его оправдывал закон. Обычно я уважаю эту тактику. Но Тиммонс пошел дальше. Он убил трех детей, и его за это только пожурили. Но от моего правосудия ему не уйти. Он ищет следующую цель. Но теперь он у меня на мушке. Глава третья. Может, я и охотник, но огнестрел — это не мое. В неумелых руках пистолеты опасны. Морпех, да? У отца тоже была ваша татуировка. Первая разведрота морпехов, Пендлтон. Он бывал в боях. А я только вернулся. Ирак. Я бы убил за возможность пристрелить иракца. Я в детстве охотился, но это так, животные. Эти люди тоже животные. Я считаю, сначала надо разбираться с детьми, а иначе эти маленькие засранцы вырастут и станут террористами, так? Скажи об этом моему командиру. Он мне выписал обратный билет в один конец. Вот мудила. Нахуй его. Но Тиммонс не следовал приказам, для него убийство — спорт, а значит, он заслужил не просто выговор. Он заслужил нож в сердце. Теперь, когда я выследил дичь, надо устроить ловушку. Эй, морпех, есть минутка? Я в машинах, как и в оружии, вообще не секу. Может быть, аккумулятор. Или генератор. Или М-99. А вот шприцы мое. Глава четвертая.
Как-то жестоко, тебе не кажется? А как насчет детей, убитых тобой в Ираке? Брал что-нибудь на память? Не хотелось сделать из них чучело, повесить на стену? Обычно я как-то напоминаю об убитых. Но имена твоих жертв неизвестны. Пришлось импровизировать. Твои охотничьи трофеи дань обстоятельствам. Ты ведь сам говорил, что эти люди — животные. Прошу, я ведь морпех, как и твой отец. Он был не совсем морпехом, но правилам боя меня научил. Нельзя просто так убивать невинных людей, даже если хочется. Я выполнял! Приказ? Сомневаюсь. Ты убил этих детей, потому что думал, что это сойдет тебе с рук. Стой, стой! Мне жаль. Скажи, что тебе нужно? От тебя? Ответь за то, что ты сделал. Ладно? Ладно, да, я их убил. Ты это хочешь услышать? Вообще-то, не слишком. Стоило бы тебя пристрелить, но я предпочитаю ножи пистолетом, это более... лично. Настоящий нож морских пехотинцев, подарок от папы. Вру, купил на барахолке. Подожди-ка. Мой трофей. Первый. Отец бы не одобрил, но что тут скажешь? Ты меня вдохновил.